Всем привет, друзья, с вами Альтер, вы находитесь на канале Check It Out, а это реакция на сериал Сакет, 13 серия. Давайте смотреть, в конце болтаем. Некоторые из маньяков — это выдуманные персонажи, так что вы можете спокойно есть беляши. Спасибо. Близимся к финалу. Становится интересненько. Что произойдет с Саке? Кто Азамат, уже примерно понимаем. И будет ли задел на третий сезон? Ну, по-любому надо. Ну, спецназ. Отпустить заложников и добровольно Стать. Сдаться! Неси автоматы! Мы же не фуфлыжники, как они, бля! Азамат, на враге? Я на месте. Нет, шеф. И не с конторы, и не с антикоры. Азамат Ирланович, можно? С КНБ. А он мне говорит, ты кто? А я так. Познер! О, Саке пришел, родной, товарищ! Что там, некий шмокоты, ё-моё! Дерзай, давай выпьем. Я ехал вообще на работу, развернули машину, приехал сюда, не вот. У нас повод есть, да? Давайте без интриг там всяких. Чё, не повод? Поверь мне, если узнаешь, почему мы здесь собрались, сам налить попросишь. Слушай, во-первых, я не попрошу налить, потому что я не бухаю. На работе я. А во-вторых, говорите, что за повод, раз днем бухает? Или что, кого-то уволили, убрали, повысили? Лучше, Саке, лучше! Наш шеф, аким города, переезжает из моего района! И что, днем бухать теперь, что ли? Ну а почему днем нельзя бухать? Слушай, ты вообще вот подумай хорошенько, каково это жить в районе, в котором живет Акин Город? У тебя постоянно должен быть порядок, чтобы бумажки не валялись, чтобы никто из жителей не жаловался. А самое главное, если вдруг отключат свет, то тебя тоже могут отключить. О, короче, надоело мне это все, постоянно этот контроль, свобода. Подождите, ладно, это я все понимаю, знаю, что первый день замужем, что ли? Наизусть знаю эту схему. Я тут при чем? Меня зачем позвали? Ну, так он к тебе переезжает в район. В каком смысле ко мне? В прямом смысле. В смысле? У меня же район не элитный. А ты что думаешь? У меня элитный, что ли? Нифига! Он стал элитным только после того, как Аким переехал на мой район. В общем, короче, вот тебе. Вот, мне уже это не надо. Что за фигня? Это номер его водителя. В общем, наладь с ним отношения, чтобы заранее созванивались, ну и чтобы знали маршрут нашего шефа. Не дай бог он узнает, какой беспредел у тебя на районе, то все. Как говорится, кютунде айраде. Пипец смешно. Ёптыгадык, бля. А, наливай. Я же говорил, сам попросишь. Давай. Но он же планировал, уже там ему Ильяс предлагал опять стать хорошим. Я думаю, его не поймают. Все будет налаживаться, типа, на районе. И его не тронут пока что. Хочет? 400. Вот. Ага. Рахмет. Слышишь, брат? А?
А вообще калай торговля? Шикур нормально. Сезон едва стал другой. Потихоньку, потихоньку. Угу. А вы по закону или по упрощенке? Упрощенка, вы? Никто не грешит? Что, барвай там даже? Кому это Саша? Тебе зачем? Я просто тоже хотел точку открыть. Просто не знаю, к кому обращаться. Ну, иди в Акимат. Там тебе поможет. Ну, в Акимате решают? Ну, да. А кто именно? Сен ертен, маған конкурент болмайсың ба, ондай ашып? Не, я вообще в другом месте хочу открыть. Просто район один. А-а-а. Короче, Акиматка барасын. Угу. Там Куаныш деген жігіт бар. Начальник отдела, ана, сондай. Соған жолығасын. 100 мың теңге айына бересін. Все. Номерін берейін ба, телефон? Куаныш, говоришь? Угу. На Куаныш ба? Блин, мен. Чисто по телефону угон, на лицо не знаю его. Ну ты позвони, у тебя же есть номер. Еще раз так сделаешь, я тебе шею сломаю, понял? А чего не отвечаешь? Тебе же звонят. Вот и нашелся наш Куаныш. Что скажешь? Азамат Ерланович. Угу. Я займусь этим. Не переживайте, уберем эту лавку. Не, лавку не надо убирать. Лучше мы тебя уберем. Как это, меня уберем? Как-как? Вот так вот. Это же не единственная лавка, которую ты крышуешь. Правильно? Что, просто поймите правильно. Ты ответь мне, как мужик. Ну да, не единственная лавка. Вот. Нарушение есть? Есть. Так что, как мужик, пиши заявление и уходи от должности. Не, ну так же нельзя все равно. Куаныш? Нам с имбармой жопа. Пипец, бармы. Ну. Ну? По-мужски, так по-мужски уйду. Вот и красавчик. До свидания. До свидания. Саипа. Ну вот. Так, получается, мне тоже надо выходить, да? Ну тебе не обязательно выходить. Только вот закончи свою лапу, пожалуйста. Чем вот таким вот акиматовским лишние деньги платить. Ну вы же сами создаете коррупционные схемы, а потом жалуетесь. Не даете работать, а нау-мнау. Вот иди в СПК, они дадут тебе разрешение. Ну и зарегистрируйся как ИПшник. Вот и все, работай себе. Как официально начнешь работать, тебе ни участковый, ни СЭС ничего не скажет. Я тебе это говорю как руководитель аппарата. Да. Теперь меня будет крышевать руководитель аппарата, да? В смысле? Ну, я же вам должен что-нибудь дать, чтобы... СЭС, МЭС, она много проблем, бумажечный деген сияқты. Не деген адамсыңдар. Вам условия создаешь, а вы обратно за свое. Вам лишь бы переплатить, но самим ничего не делать. Документтерің дұрыста, либо закроем лавку. Ага, боже, бір мороженое, а? Чисто от меня. Не надо ничего. Завязывайте подкармливать чиновников. Иди и оформляйся. Ага, может, телефон қалдырып кетесіз? Ну, на всякий случай. Обойдешься. Ага! Сколько, говоришь, сюда денег выделили? 800 миллион. 800, не слышал? 800 миллион. 800, бля. Слушай, нормально, четко, ясно скажи, сколько сюда выделили денег? 7 же миллион, да. 7 же. Где? Где эти 800 миллионов? Я думаю, что люди жалуются, что парка нет? Конечно. Как парка нет? Ну, мы акт подписали, а подрядная организация обязана сдали. Что подписали? Акты. Кто вам акты подписал? Какой баран вам акты подписал? Вы что думаете, 80% в карман положите, на 20% сделаешь парк и все думаешь? Чего? Тут небольшие доработки нужны. Чуть-чуть. Какие небольшие здесь? Здесь ни хрена нету. Просто деревья, поле, все. Ни скамеек нет, ни газона нет. Где газон? Газон где? Вон, смотри, за парком у тебя дикий. Газон лучше растет. Че, мы газон заменили. Это, да, после зимы просто оно качество немножко подпортилось. У тебя мозги подпортились, понял? Слушайте, а ты не думал, если Аким сюда придет, что тогда? А как жирмит-то? Жирмит. Кайдан блеснет, кайдан жирит, кайдан жирмит. А?
Не будешь по этой тропе ходить самому? Что делать будем? Куда холоса будет сделано, все исправим. Ну это понятно, куда ты денешься? Срок – неделя. Как неделя? На это минимум месяц уйдет. А тебе неделя. Раньше надо было думать, понял? Завтра сюда, лысый, что трещишь? Я тебе говорю. Сюда завтра. Да. Аудит, прокуратуру. Да. Проверка, чтоб плотная была, понял? Если не сделаешь, я тебе, ты знаешь. Бельца сделаю, так вас. Все, все, шеф, понял. Че стоите, блядь? Ты же у нас на районе отвечаешь за озеленение. Да, Азамат Иванович. Угу. Вот мы сейчас стоим на чистом поле, хотя по генплану тут должна была быть роща. Из ивы, клена, ну и липы. Что там еще было? Боярышника. Вы еще в смету вписали, что тут будет система автополива. Где это все? Азамат Иванович, мы в прошлом году все эти саженцы здесь посадили. Но они не прижились. Видимо, земля здесь неплодородная. А систему полива мы купили, она есть, просто зачем ее ставить, если деревьев нету? Я вот одно не могу понять. Если у тебя земля неплодородная, почему ты в этом году 30 миллионов выбиваешь? Ответь. Там немного другие виды деревьев. В прошлом году мы итальянские привозили, ага. А в этом завезем голландские. Угу. Вот прошлогодняя смета. Тут написано, что в прошлом году должны были быть голландские. Там написано, что голландские, а мы привезли итальянские. О, даже так? Ты говори, говори. Продолжай, не останавливайся. Я просто хотел узнать, насколько развита твоя фантазия. Чего ты еще придумаешь, чтобы замазать себя? Почему сразу замазать? В этом году все посадим. Нет, давай сделаем так. Мы эту смету... Отправим в прокуратуру и в антикор. Тогда не деревья будут сажать, а тебя посадят. Как тебе такой расклад? Азамат Иванович, ну зачем сразу? Ну по-другому никак. Че ты тут устроил? А? Говоришь, земля неплодородная. Кому ты сказки рассказываешь? Вот мы в ауле сою выращивали. Вот после первого урожая земля как минимум 5 лет должна отдохнуть. А мы делали так, что мы на следующий год получали урожай. Потому что мы все это делали за свои деньги, понимаешь? Вон, в других районах даже крыши озеленяют, а у тебя на целом поле ни одно дерево не выросло. Но это же только в этом году так. По проекту мы разработали стратегию развития зеленого фонда и плана. На 2030 года время есть. Вот как ты не понимаешь, что до этого времени вы должны посадить сады с растущими деревьями, а не воровать бюджет до 2030 года? Мы не разворовываем бюджет. Вся стратегия согласована с городским акиматом. Ты давай не перекидывай стрелы. Городской акимат выстроил тебе стратегию развития. А ты вместо того, чтобы придерживаться, кормишься за ее счет. Правильно? Ты просто по-мужски признай свою вину, Бекзат. Если у тебя хоть что-то мужское осталось, пиши заявление, иди нахер отсюда. Хорошо. Что хорошо? По-мужски пойду и напишу заявление. Вот это я понимаю, мужик. Кстати, на. Это тебе на память от прошлой работы. Если вдруг там дома спросят, за что уволился, скажут, что отец неплодородный и жадность заставила. Поехали. Замат красавчик, как всегда, и в первом сезоне всех в страхе держал. Правильно со всеми разговаривал. Тут они оба... Это все сделаем. Мы просто отпросировали. Заткнись. Сколько лет? По своим, считай, ходит только. 5 лет. Проектирование когда было начато? 4 года назад. Слушай, тупица, 4 года назад здесь трубы уже поменяли, понимаешь? Потому что каждые 5 лет меняют трубы, понимаешь? Ну. Потом делают асфальт.
Где? Где асфальт? Нецелесообразно же, Саке, ну, после прокладки труб. Слышь ты, во-первых, ты молодец, что это слово выговорил. Нецелесообразно. А во-вторых, ты тупица. Если каждый год меняли бы здесь трубы и асфальт, вопросов к тебе не было. И слушай, 4 года назад трубу поменяли, до сих пор нет асфальта. Где асфальт? Чё за беспредел? Это же порнография. Что-то сгорело здесь, дороги нет. Это кто? Это же начальник управления по благоустройству, шеф. А ты кто? Я же ваш это, зам же, шеф. Пока. Пока ты мой зам, понял? Шеф. Потому что это беспредел. Его надо решать. Только на одной дороге же так, Сергей. Только на одной? Да. Хорошо, где твоя машина? Ну. Нахрен. Сакей, я тут не проеду. Как ты проедешь? Давай езжай. Просто машина новая, Сакей. Серьезно, проеду я. А как люди должны здесь проезжать? Совесть имей. Слушай, завтра здесь дождь или слякать будешь здесь. Здесь не то что... Здесь даже скорая не проедет. Даже пожарная машина здесь не проедет. Где твоя совесть, а? Я знаю, почему они ко мне в акимат не приходят, не жалуются. Потому что они даже по этой дороге доехать до меня не могут. Наоборот, джаксами спас, жалобу жазбайда. Слышь, придурок, а если Аким сюда приедет? Саки, да Аким не будет по этой дороге ездить, он, по крайней мере, не ездит. Ясно. Выйди с машины. Никуда. Пошел вон, говорю, отсюда. Документы, бардачок-то, гей тут отваться. Лысый, чё смотришь? Иди сюда. Шеф, чё там, бля, друспах? Друсы есть. Вот этот берег чей он? Ну, я не знаю, он там, это, кто-то за него общается, но они не тяжеловесы, шеф. Слушай, его надо нахрен убирать, понял? Смотри, что он творит. Понятное дело, что сюда Аким не приедет. Я не дам, чтобы он сюда приехал. А если завтра люди пойдут жаловаться каким? Ты же видишь, что у нас творится? Сейчас могут просто журналистку отправить, спровоцировать на ровном месте и все. А, да-да, шеф, правильно. Нам это надо? Нет. Вот. Все, шеф, сегодня же уберу тогда его, да? Все, хорошо, шеф, понял. Блин, иди, придурки окружают, Саке. О! Вы как будто каждый день стреляете, а? Слушайте, там один тендер выходит. Крупный, на 2 миллиарда. В общем, надо занести одному человеку, как в прошлый раз. Ну, в принципе, аванс уже отдали, так что все нормально. Байхан, да сейчас не 90-е. За деньги начали спрашивать. Ну, спрашивать с тех, кто не может раскидать. Раскидывай, не раскидывай, все равно спрашивают. А Саятом что? Чё с Саятом? Выращивай щенка. Это в будущем может пригодиться. А потом Акимом какого-нибудь города поставим. Пусть бабки приносит. А если его поймают? Ну, поймают, так поймают. Другого выращу. Ну вы же и так там. Ясо, я Оскар за ним. Это же жизнь. Выживает каждый как может. Которого он сидит, бабки приносит. И Саят будет таким же. Он же ушлый парень. Красиво в жопу лезет. А таких не сажают. Ты же знаешь. Но это же вас коснется. Как это меня коснется? Ты что, дурак, что ли? Я же ему подсказываю, как жить, и все. Давай, не болтай. Держи. Щупаемся. Жрёт. Солга. Стоп. Насал. Сиздень, 200 тенге, брат. Не понял? Парковка, 200 тенге. Сейчас, подожди. Тут же паркомат. Паркомат, 7 тенге, 7 тенге. Правильно.
если до 7 работает паркомат? После 7 бесплатно же, правильно? Как бесплатно? Че я здесь стою? Братан, тулюсин, тулю, тулюмисин, алып салыш машина. Инсин заңсыз тұрсын ғой мында. Қалай заңсыз? Жарайды, мен саған төлеймін. Ты мне чек выдашь? Какой чек, братан? 200 теңге болар, мен саған чек беремін. Нормальный жігітсің ғой, вроде, киімің нормальный, машинаң да нормальный. 200 теңге төле де тұра берсейші. Жоқ, мен саған төлей аламын ғой. Есть же люди, которые тупо не могут заплатить. Э, брат, басыңды ауыртпа, алып салшы машина. Подожди. Машину убирать не буду. Дождемся человека, а потом я тебе заплачу. Синяном. Терпела сын, или блогер ма, не это? Почти. Азамат Иванович, ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Калай сын говорят? Жақсы. Жақсы. А что за беспредел у тебя творится? Что случилось? Ну вот, парковщики работают незаконно. Хотя улица оживленная, паркоматы стоят, которые акимат поставил, чтобы бороться с такими парковщиками. Они нет, они работают, зарабатывают. Даже запрещают ставить машины. Все. Братан, травишь меня, деревню? Стой здесь. Азике, я совсем разберусь. Ну, понимаете, это же парковщики. Мелочь. Ерунда же. Ну, ерунда была, но я тебе так скажу. Ты же знаешь, в каждой стране есть коррупция. Даже в Америке есть. Да. Но там, у них наверху, создают условия им. Это вот средний, малый бизнес. И создают условия вот здесь. Чтоб народ не жаловался и не возмущался. А у нас как? У нас тут воруют, здесь и здесь. И везде народ недоволен. Правильно? Конечно. Ну, вроде бы мелочь, но напрягает. Если мы нормально начнем работать, я думаю, и верхушка начнет нормально работать. Ты меня понял? Понял. Ни хрена ты не понял. Иди и разбирайся. Есть. Иди сюда. Это прикол, конечно, то, что с него 200 рублей тянули. Ой, саке галась. Ничего себе, какие виды. Пойдет, узналась. Пойдет, джигинцу. Узделинде. Че там? Не гипс по ватрану, где дома? Да пиздец, беспредел там, блядь. Директора взяли. Она там нормально бабла срубила. А, да, ну, да. У сирот дома отбирала. Ой, блядь. Те и так без родителей остались. Без защиты. А эта сука им тем пользовалась. Представь себе. Ладно нас. Бога побоялась бы. Мы-то посадим, а перед Богом отвечать придется. На, шефу передашь. Что это? А это досье на вашего Азамата. Откуда он, кто он, с кем работает, под кем двигается, кто крышует. Там все есть. Да ну на. А, теперь понятно, под кем он двигается. Информация железная? Информация стопроцентная. Мы по-другому не умеем. Короче, отдашь шефу и привет от меня передай. Да, все, обязательно передам. Давай. Давай, я побежал. Че, я вообще не в курсе, кто это такие? Так, ну ладно, дойдем еще до этого момента. Классная серия. Все-таки, блин, как будто бы до сих пор... А может он вообще главный, у Акимовский? Ну, главный, да хотя. Ладно, скоро узнаем. Короче, движуха-то у нас что, какая? А что это у нас? А. Ну, серия началась с приятной новости для Саяца Матвича. Аким города переезжает к нему в район. Вот вообще красавчик, конечно. Меняет районы, их улучшает тем самым, просто переехав туда. Хорошая схема. А этот Аким города, он, интересно, он тоже правильный, типа, что ли, или что? Может, он тоже имеет бабосы?
с этих районных. Фиг знает. Но было бы круто его увидеть. И увидеть, как вылизывает ему жопу Саят Саматович. Или как он просто опиздюливается от Акима. Было бы забавно, короче. Я думаю, увидим. Мне кажется, в следующих сериях, если он уже переехал, если уже Саят начал двигаться, то возможно. Дальше у нас, короче, у нас вся серия, это вот как раз таки обходы и Азамата, и Саят Саматовича по точкам, проблемным точкам. Нет, у Саят Саматовича, да, по проблемным точкам. А Азамат у нас, как вы помните, занимается тем, что убирает, ну, ненужных людей в Акимате. Потому что ему говорил это Саке сделать. От лишних избавиться, вот этих всяких людей. Вот, но откуда... А, ну хотя он же... Ну, он мог как-то пробить и проследить, узнать информацию о них. Поэтому, возможно, он как раз-таки и знал про каждого. Где, что, какие точки и так далее и тому подобное. Вот. Круто, тоже классно, короче, он со всеми рассчитался. Всех послал нахер. Супер придурковатый тип у Саида Саматовича, этот с парком, что не мог ничего высказать, сказать. Слова терялись у него, как я сейчас вот говорил, короче. То же самое. Вот, так, Азамат, меня поразило то, что когда Азамат, вот как раз стояли там на этом пустыре, и на заднем фоне там скот был домашний, непонятно, то ли кони, то ли, ну, коровы, то ли лошади, лошади. Неподалеку от города, вообще норм. Да и вон там тоже. Прикольно. Как-то неожиданно. Обычно вроде как-то, ну, деревушка какая, ну, деревня какая-то должна быть, наверное. Ну, может, там вдали есть, конечно. Просто я тут смотрю, жилые дома прям, сколько там, пятиэтажки, допустим. Ну, где-то же, может, там, конечно, типа, что-то фермы. А фиг знает, ну, я этому удивился. Так, еще один тип. А, это тот же самый тип, который в парке был, да? Угу. Тоже все, попрощались с чуваком, но есть пень. Не надо так тупить. Да и вообще, как он оказался в этой среде и как он мутил бабки. Таких тупых же не ставят, наверное. Фиг знает. Так, разговор Ильяса давайте еще раз послушаем. О! Вы как будто каждый стреляет, а? Да он вообще, блин, все в цель. Слушайте, там один тендер выходит. Крупный, на пару миллиардов. Может, надо занести одному человеку, как в прошлый раз. Ну, в принципе, аванс уже отдали, так что все нормально. Ой, когда сейчас не 90-е. За деньги начали спрашивать. Ну, спрашивать с тех, кто... Вот этот тендер, это, ну, может быть, уловкой же, наверное, какой-нибудь. Специальной разработкой какой-то. Ну, тут и, конечно, тоже, наверное, не глупые люди шарят за все. Не может раскидать. Раскидывай, не раскидывай, все равно спрашивают. Ну вот Ильяс, он красавчик. Вообще четко, все, ну он давно в этом деле, уже с 90-х, так что... А с Саятом че? К нему сложно будет подобраться. Че с Саятом? Выращивай щенка. Это...
в будущем может пригодиться. А потом Акиму какого-нибудь города поставим. Пусть бабки приносит. Ну, это... А если его поймают? Поймают, так поймают. Ну, было понятно, то, что он уже говорил, по сути, это ему, что поставят, если что, ну, поднимет повыше и так далее. Другого врачу. Ну, вы же и так там. Диаса и Аскара заняли. Чего Диаса и Аскара? Бабки приносят. А если его поймают? Поймают, так поймают. Другого врачу. Ну, вы же и так там. Диаса и Аскара заняли. Ничего непонятно. Это же жизнь. Выживает каждый как может. Ну, видимо, с теми не получилось. Их, наверное, посадили, фиг знает. Которого вон сидит, бабки приносит. И сын будет таким же. Он же ушлый парень. Красиво в жопу лезет. А таких не сажают. Ты же знаешь. Но это же вас коснется. Его уже давно коснулось это. Но на него выйти не могут никак. Нет оснований. И если посадят Саят... Ну нет, Саята просто так сразу не будут сажать. У них главная цель вот этот. Как это меня коснется? Ты что, дурак, что ли? Я же ему подсказывал, как жить, и все. Давай, не болтай. Держи. Так, ну и забавный момент с этим 200 тенге за стоянку. Я его не узнал потом. Прикиньте, просто вы руководитель аппарата, и с вас деньги просят. Это забавно. Ой, саке галась. Так, саке. Пойдет узнавать. Пойдет. Другой саке. Че там? Не кипишь по утрам? Че за кипиш? Да пиздец, беспредел там, блядь. Директора взяли. Она там нормально бабла срубила. У сирот дома отбирала. Все и так без родителей остались, без защиты. А эта сука им тебе пользовалась. Ну, это про ту, наверное, директрису школы. Стасис. Ну, что за саке этот? Откуда? Как будто я вообще их не видел. Может, они были в какой-то серии, не знаю. Сейчас уже не вспомню. И вы, если помните, напомните, пожалуйста. Откуда, кто просил... Блин, да, кто-то же просил узнать о Азамате. Ладно нас, Бога побоялась бы. Мы-то посадим, а перед Богом отвечать придется. На, шефу передашь. Что это? А это досье на вашего Азамата. Откуда он, кто он, с кем работает, под кем двигается, кто крышует. Там все есть. Да. Прикольно это. А, тебе понятно, под кем он двигается. Информация же, нет? ЖБ. Мы по-другому не умеем. Короче, отдашь шефу, привет от меня передай. Да, все, обязательно передам. Давай. Давай, я побежал. Ну, наверное, это антикорщики. Ну, то есть вот этот, которому передали информацию. Что-то, ну, как будто бы антикорщика отправляли узнать. Неплохо, неплохо. Понравилась серия. Как вам? Пишите в комментариях. Ставьте лайк этому видео. Подписывайтесь на канал, если не подписаны. Спасибо за внимание. Всем пока. Check it out.